Ребята, стартует новая рубрика и нужна ваша поддержка в виде 10 тысяч лайков. Спасибо. Ну что, ребята, как говорится, я обнулился. Мой новенький, свеженький аккаунт и моя новая рубрика, которая, возможно, продлится всего лишь 2 серии. Ну, как обычно, короче. Но предупреждаю, что все будет зависеть исключительно от вас. Если я буду видеть поддержку в виде хотя бы 10 тысяч лайков и регулярных каких-нибудь классных комментариев, ну и просмотры, конечно же, тоже, хотя бы если в районе 80 также все будет сохраняться, то я буду постоянно выпускать данный формат. Зарождение данной рубрики вы могли видеть в одном из последних видеороликов. Суть максимально простая. Я думаю, по названию вы и так все поняли. FIFA с донатом. Я обнулил свой аккаунт и буду с нуля пытаться собрать состав своей мечты. В прошлом выпуске я уже открыл один пакетик, который вы наверняка уже видели, кто смотрит мои видосики, ясное дело. И, собственно, упал мне вот такой вот составчик. Попытался я выжить максимум. О, тут даже вот так вот можно сделать. Гомеро. У меня будет бегать в атаке вместе с Кутроне. Но на всякий случай у меня есть Абумьянг еще на баночке. Вот так вот Марегу еще запихнем. Вроде как я выжил максимум. 85 сыгранность. На центральном полузащитнике стоит сын легендарного Паоло Мальдини. Победы я открываю гарантированно один пак за FIFA поинты. Если проигрываю, то ничего не делаю. Да, была мысля квикселить игроков, но я подумал, ну к черту, зачем все усложнять. У нас и так состав выглядит крайне не очень, так скажем. В общем-то, я заряжен. Надеюсь, вы влепили лайк под этим видосом. И пойдемте играть первые матчи на моем бездонатном аккаунте. Сейчас нас ждет калибровка в дивизионах, и я понятия не имею, как я вот такой командой буду играть там. В общем-то, вот такой вот челлендж я сам себе построил. Надеюсь, что это будет интересно. Просто, опять же, касаясь того, что FIFA уже надоедает, интерес пропадает, я решил вот таким вот образом как-то приподнять интерес к этой игре. Ребята, перед тем, как продолжу, напомню вам о своих спонсорах. Компания OneX. Там всегда найдете множество спортивных дисциплин, высочайшие коэффициенты и моментальные выплаты. Ссылочка где? Конечно же, в закрепленном комментарии. Или же можете просто воспользоваться моим QR-кодом. Это очень удобно. А если вам нужны монеточки, ссылочка на мой личный сайт PandaCoin будет в описании. Так, наш первый соперник. Форма Red Bull. Давайте. Энергетик, все дела. Смотрим на составчик. Вы чё, серьезно, блядь? Вот это вот на отборочных? Это на отборочных? В дивизионах я вот только что... А что это за бред? Подождите. Руни — это сборочная карта. Мне встречается на отборочных такой состав. Короче, я не понимаю, по какому алгоритму действует вся история, но это крайне несправедливо, я считаю. Просто я рассчитывал на то, что тут мне будут встречаться соперники, которые плюс-минус тоже начинают играть в эту игру, а тут ебать сразу добрый вечер. Так, ну, ребята, вторая минута, я пока что не пропустил, у меня бронзовый голкипер, сделает сейвовый сейв, ну, это гол, скорее всего, да, ну, браво. Что я подписался, блядь? Уэйн Руни, сборочная карта, блядь, идите в задницу, я не хочу в это играть. Отобрали мяч у Адаму Траоре, ну-ка, блин, дайте, ребята, мне моральную поддержку, чтобы я не забросил эту рубрику ко второму выпуску, ой-ой-ой-ой, слушайте, мы даже удары наносим. Не, ну это прям издевательство какое-то, это еще и без офсайда. Ну, бронзовый голкипер, вся надежда на тебя. Хорошо. Мне нравятся такие мувы от FIFA. Ну это ГБЛа, блядь, я не знаю. Есть ли смысл вообще продолжать этот матч? Ладно, для галочки я закончу этот матч. Хорошо. Может что-то из этого выйти? Нет, не выйдет, блядь, с такими пасами. А, нет, подождите. Я засейвил мяч. Я засейвил. Гол! Я забил, ребята! Хотя, казалось бы, уже все, атака закончена, ребята. Всегда играйте до конца. Коутроне забивает у меня голешник. Соперник, наверное, в ауте. Но он сейчас, блядь, просто за одного игрока может всю команду мою оббежать, естественно, блядь. Акбона, пожалуйста, брат. Брат, братишка, пожалуйста. Как-нибудь засейвить. Фланг свободен, ребята. Ну же. Откройся, кто-нибудь. Откройся! Ребята, что происходит? Что происходит в этом матче? 2-2. Тихо. Соперник. Пожалуйста. У тебя какая рабочая нога, я не знаю, блядь, сука, да какого хуя? Нужно такие моменты реализовывать. Ну, пожалуйста. Ну, добей, как-то, блядь, мы забиваем, ребята. 3-2, боже мой, что происходит? Я не верю своим глазам. Коутроне делает дубль, боже мой. Ладно, это все равно ничего не значит, подождите. Соперник в тильте, смотрите, он хай-прешер уже сделал, блядь. Охуеть, ребята, я не знаю, что сказать, я просто в ауте. Да, я понимаю, что, скорее всего, СОП из какого-то низшего дивизиона, но так или иначе, как-то же он 2 забил,
А дальше он просто охуел от жизни, мне кажется. Блять, какой команде он сейчас проигрывает? Он вообще понимает, у него есть осознание того, что происходит. Давай, 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 брат. Давай, брат, беги, кто бы ты ни был. Ну, пожалуйста, забей! Охренеть, 5-2. Но объективно соперник поплыл. Тут, блядь, ничего не скажешь. Ну, на его месте я бы, наверное, тоже охуел от жизни, если бы меня такая разобранная команда побеждала. Блядь, вот сейчас бы... Ну, пожалуйста, он отпиздил меня, ну свистни. Гаррет Бейл! Нет, 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 спокойно. Дальше, вниз. И забей. Но он уже выбегает из ворот, и я его перекидываю. Блядь. Так, ну он здесь, наверное, кик-офф на и забьет, да, блядь. Тут я ничего не смог сделать. 7-3. Такой счет, по идее, не отыгрывается, но мало ли, блядь, зная эту игру. Ой, ой, простите. Я пройду, а я забью. Сенси, кто такой Сенси? 59 ударов, делает дубль. Статистика у нас интересная получается. У меня 9 ударов в стор, 8 голов. Гамеро 4 голешника, Кутроны 2, Сенси 2. Ну и давайте так, ребята, если я забиваю больше 3 голов, это еще плюс 1 пак. Я думаю, что это неплохая идея будет для какого-то прогресса на данном этапе. То есть получается за победу 1 пак и плюс за 3 плюс гола еще 1 пак. Сразу 6 заданий выполнили, нихера себе. Ну и переходя, ребята, к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод Пандос. А так как у нас нет никаких промо-паков, будем открывать паки за 100 FIFA поинтов. 2 пака. И будем надеяться на какие-то классные карточки. В первую очередь мне нужен голкипер, потому что у меня там бронза, сами понимаете. Пиназолла. Кстати, его на ЦП можно юзать, у него неплохой деф 75. Морелос, Грифа, тоже итальянец. Уолкер Перц. Ну, пока что засейвим. И открываем второй пак. И кто это у нас? Форвард Мунир. В такие моменты начинаешь ценить даже такие карточки. Но в целом тут, конечно, да. Так, ну и за выполненное задание мне дали 75 плюс рейтинг игрока. ЦЗшник. Линдалёв. О, Линдалёв здесь шикарно вписывается в программу, потому что есть ЛЗшник еще из Швеции. Но я лучше, конечно, вот этого чувачка поставлю, потому что у него поясухи хотя бы побольше немного имеется. Так, ну пока что как-то так. Пойдемте сыграем наш второй матч. Так, второй соперник. Давайте быстренько посмотрим состав. Криштиану Роналду, Роналди... Да вы чё, прика... Вы чё, прикалываетесь? Марадона, Роналдиньо, Криштиану Роналду, блять, ну это просто какой-то пиздец. Вы чё, алё? Что это за подбор, блядь? Вы видели мой состав? Единственное, на что рассчитываю, каким чудом забить 3 мяча и открыть еще один пак. Блядь, ну реально, это же недопустимо. Вот чувак первый раз заходит в Ultimate Team, вот как я, допустим, и видит сразу такие же составы. Вот что ему делать, блядь? Ну это просто бред какой-то, я считаю. Охуеть, какая ты конченая тварь, блядь. Он еще и танцует. Опа, опа, ребята, ребята. Мунирчик. С почином, блять, какую хуйню я сейчас забил. Ладно, это была кик-оффная. Я все понимаю, но типа, блять, здесь рассчитывать абсолютно не на что. Вы сами видели этот состав, если даже чувак играть не умеет, за него все сделает состав, мне кажется. Блять, ну у меня такие провалы в центре защиты, ну это пиздец. Ну он просто Ctrl-C, Ctrl-V. Давай опять потанцуй, опять вот эти тактичные празднования. Давай, давай. А может быть как-то вот так вот? Может быть как-то, блять, он вытаскивает, сука, шмехель. Просто интересно, какой это див? Почему игра не пишет, блять, кто мне встречается? Вдруг это соперник с первого дивизиона. Ну он играет, конечно, лучше, чем прошлый соперник, блять. Да, ребята, ситуация максимально плачевная. Блять, Роналдиньо, ну как мне его догнать? Я хуй знает, я вот хуй знает. Ну вот типа, блять, даже в такой ситуации к нему мяч отскакивает. Опа, опа. Просто хороший пас дай, пожалуйста! Найс! Двушечка есть. Осталось еще один гол забить для задачи минимум, чтобы открыть один пак. Так, ну что, пора выпускать Джокера, Абумьянг и Морега. Просто надо постараться забить еще один гол. Да что? Красное за что? А, это не мне красное, лол! Ему Роналду удалили, ребята! Роналду удалили, так тебе и по делам, чувак. Вот просто знай свое место. Давай, Абуба. Абуба, пожалуйста, в дальний как-нибудь, блять, получай, блять, нахуй. Давай потанцуем. Какой же вкусный этот гол, ребята. Просто я вам напоминаю, какой состав у этого соперника. И мы играем практически наравне, хочу вам сказать. Так, соперник все серьезно начал играть. Контролирует мяч, туда-сюда катает, понятно, понятно. Очканул, блять, смотрите на него. Да что это за финт такой, блять? Ну какая хуйня прошла, боже мой. Ну, пожалуйста. Тихо, блять. Еще не все потеряно, ребят.
Охренеть, что за матчи, блядь? Первый выпуск, я уже, блядь, нахуй с ума схожу от того, что происходит, блядь. И ты что, тянуть время будешь, серьезно? Абуби, беги. Абуби, ты быстрее, беги. Брат, пожалуйста. Гол, блядь, сука, забивает, вот забивает. 5-5, блядь. Я в ахуе от того, что происходит. Боже мой, блядь, боже мой. Он выпустил Бутрогению, или мне показалось? Да, у него выходит Бутрогению, ребята, на ринг. Блядь, 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 я вижу Роналдиньо. У меня пустые ворота, можно сказать, автоблок. Боже мой. Сука, пожалуйста, нет, 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 пожалуйста, нет. Соперник на панике, теперь он выпускает Окочу, блядь, да сколько у тебя там нахуй замен? Пацаны, пацаны, пожалуйста, пожалуйста, только не на последних минутах. Только не на последних минутах, пожалуйста, держать Роналдиньо, блядь, крутится, вертится, блядь, этот шар, одна минута добавлена. Боже мой, это будет еще наша атака. Это будет наша атака. Просто беги. Абуба, давай, включай пайсуху. Блядь, нет, все. Это ничья, ребята. Так или иначе, вытащить такой матч против такой команды, я думаю, это второй соперник, который просто охуел от жизни. Эта победа приравнивается, точнее, эта ничейка приравнивается к победе. Я в восторге от таких матчей, ребята. Я не знаю, как вы, но пока что я дико кайфую от того, что происходит. Вот именно за такими эмоциями я и запускал данную рубрику. Мега-матч. Даже яшники знают, за что давать мне награды. Ну, собственно, за три и более забитых мяча мы открываем еще один набор за 150 FIFA-поинтов. Так, редкий игрок есть. Уолкаута, к сожалению, нет. Так хочется увидеть этот заветный уолкаут. Так, ПФАшник. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А вот это вот джекпот. Это джекпот от Дама Трауре, 96 скорость. Я думаю, что применение я ему найду. Так, ну еще одна награда, золотой премиум набор. Три редких игрока. Люк Шоу. Напоминаю, что цель данной рубрики — открывать исключительно паки. То есть пойти там на трансферный рынок и купить кого-то я не могу. Ну, пока что, ребята, вот как-то так команда у меня вырисовывается. Адама Трауре, надеюсь, этот парниша усилит, так скажем, мою команду. А если вам, ребята, понравилась моя дебютная рубрика с донатами, не забывайте поддерживать. Благодаря вашей инициативе эта рубрика будет жить. Пока что я в полном восторге от того, что происходит. Блять, два таких сумасшедших матча против таких нереальных команд на таком этапе. С бронзовым голкипером Бекари. Это, конечно, все забавно выглядит, но при этом не менее интересно. То есть это то, от чего я действительно сейчас получаю удовольствие. Такие дела, с вами был я, PandaFX. Опять же, оставляйте лайки, комментарии и всем хорошего настроения. Чао, какао.